Так, это у нас фигурка из Черной Пантеры. Какой-то один из бойцов, получается. Что здесь просто интересно было, необычно у него такой был щит. Посох, меч интересный. Так, руки. Левая, правая есть. Так, и по фигурке. Давайте посмотрим. По фигурке все окей. Такая голова интересно сделана с такими типа ушками. Как бы два в одном она встроена. Торзы, красивые такие узоры. В принципе, фигурка неплохая. Так, сейчас соберем. Посмотрим, какие принты на руках. Фильм тоже классный. Сверху такое вот здесь углубление, непонятно зачем. Что-то там может поставить, может шляпу. Хотя здесь из-за этих ушек не сядет. Ну ладно, будем разбираться. Так, здесь вот щит. Получается такой вот меч. Вот он. Красный, это классическое, вот то, что я и хотел. Вот эта часть, ну непонятно. Вставляется куда-то в щит. Ну типа на него напали вот так. Или что такое, будто копье прилетело в щит. Ну в общем... Может, дополнительный какой-то элемент игры. Интересно, сюда встанет? Нет. Может, так, как палочкой ей играть. Закреплю пока вот так. Ну, вот.